Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать своими руками простейший капельный полив из подручных материалов. За основу самоделки взял три пластиковые 5-литровые бутылки. Крышки с них нужно скрутить. В дальнейшем они больше не понадобятся. Все бутылки необходимо заполнить водой. Теперь понадобятся обыкновенные капельницы, я их в аптеке покупал по 30 рублей. На конусную часть капельницы нужно надеть большую гайку и маленькой гайкой закрутить, нарезая резьбу. Они будут выполнять роль груза. То же самое нужно сделать с остальными капельницами. У вас должно вот так получиться. Пришло время переместиться в теплицу. Капельный полив буду устанавливать над огурцами. За скелет теплицы нужно зацепить длинную проволоку над каждым растением. К каждой проволоке нужно прикрутить по канистре. Сейчас это все выглядит так. В каждую горловину бутылки нужно установить капельницу. Достаточно один конец гайками погрузить в бутылку. Теперь только достаточно подсосать как бензин, и вода по шлангу потечет. Теперь нужно отрегулировать капли. И как только капли будут отрегулированы, рядом с корневой системой шланг с каплями нужно положить. То же самое нужно проделать с остальными капельницами. И если вам куда-то нужно будет уехать на какое-то время, этот капельный полив польет вам растения. И не нужно никого будет просить, чтобы вам полили огород. Сейчас наверняка многие из вас зададутся вопросами, как надолго хватит капельного полива по времени. Все зависит только от вас, с каким интервалом вы настроите капельный полив. Также очень много зависит от объема подвешенной бутылки. Кому такая хитрость, идея для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи и добра!